расписные домики. Въехали в Каргополь. Уже столько интересного увидели. Как только включила остановка, знак остановки, все сразу интересное пропало. Наверное, вот площадь-то нет. Да, вот смотри, вот эта площадь. Видишь, много-много, вот. Ой, много-много всяких колоколен. Да-да-да, вот мы везде должны остановиться. Интересно, можно подняться на колокольню? Вот эти церкви я нашла в интернете. Но как они называются? Я не знаю. Как река называется, я не знаю. Но это, наверное, центральная площадь, потому что памятник вон находится в Великой Отечественной войне. Осень, а река-то широкая, широкая, большая. Вот интересно, вот это деревянное, это вообще зачем здесь? Кресты на куполах деревянные. Я думала, памятник кому-то, а это просто камни. Наверное, какие-то исторические. Вон там пристань старая, ловят рыбу люди.
Ой, дождик накрапывает. Накрапывает дождик. Утки. Утки, гуси. Какая-то танцплощадка. Танцплощадка. Там вот за решеткой не видел, не смотрел, что там, вот там за решеточкой. С той стороны за решеткой сундуки, за этой, не знаю. Старые сундуки? Хорошо, я сейчас тоже иду. Хотим посмотреть национальную каргопольскую или каргопольскую игрушку. Все-таки повезло нам, что вот сейчас нету дождя, потому что дорогу ехали, то солнце, то темно, тучи, то дождь идет прямо сильно-сильно, то накрапывает. Буйки натянуты, буйки натянуты. Там еще одна какая-то церковь. Еще церковь. Всегда хочется, когда возвращаешься домой, посмотреть, что ты видел. Потому что едем в командировку, и вот то, что где есть интернет, выловить какую-то крупицу, что можно посмотреть. Потому что мы здесь проездом. Нам еще где-то километров 200 ехать, 230. До места назначения. Но чтобы дорога не показалась скучной и долгой, мы иногда останавливаемся. Вот. И сейчас мы остановились не только перекусить и попить чайку, но и что-то посмотреть интересное. Вот. Здорово. А для меня, конечно, это еще один отдых. Отдых, отдыхаю, гуляю. Работа будет завтра. Так, это кому памятник? Это памятник Александру Баранову, основателю русских поселений на Аляске, исследователю и первому правителю 1790 года и Русской Америки 1878 года. Русская Америка. Русская Америка. Так, ну ладненько. Пойдемте смотреть, где же сувенирная лавка. И что там продается. Давайте заглянем. Заглянем. Что же там за замком?
Это вообще непонятно. Какая-то металлическая коробка, дверь, наверное. И что это? Что это? Так, ну ладненько.